Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лилия Горопаха, и сегодня мы будем разыгрывать наш январский приз. Итак, участвовало в конкурсе много человек, но не все выполнили условия конкурса. И всего лишь два человека, которые выполнили все пункты. Мне очень жаль, конечно, потому что очень много человек или не подписало под этим видео, под январским розыгрышем слово «участвую» с ссылкой своих социальных сетей. И тем не менее, два человека – это Ирина Пивы и Наталья Анатольевна Кукла. У нас сегодня два человека, среди которых мы будем разыгрывать наш январский приз. Итак, как видите, я буду старым таким дедовским способом, будем мы разыгрывать наш приз. Вот, пожалуйста, Ирина Пивонь и вторая наша участница Наталья Анатольевна Кукла. Я не знаю, это фамилия или псевдоним, но тем не менее все условия этих двух человек были выполнены. Мы сворачиваем в трубочку эти два человека. Я вот так вот закрою их в шарик. И сейчас мы узнаем, кто же у нас победитель. Итак, Наталья Анатольевна Кукла. Пожалуйста, зайдите, пожалуйста, на или ВКонтакте, или на Facebook. И напишите координаты свои, ваш адрес точный укажите, пожалуйста, у меня в личке. Я вас поздравляю, и на этом мы закончим сегодняшнее видео. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, удачи!